Учи, понял? Не беси меня, я сейчас ментов вызову. В начале декабря Наталья Жук приехала на прием в республиканскую больницу. Девушке предстояла операция. Стресс, нервы, и когда на выезде с парковки ее остановили стопхамовцы, закончилось все истерикой. 17 января это видео разместили в интернете. Наталью узнали, и начался телефонный террор. Ночные звонки от интернет-незнакомцев, смс-ки и, кроме всего прочего, просьба руководства написать заявление об уходе. Спасибо стопхаму. Мальчики не такими методами должны действовать. Если вы хотите бороться, ну вызывайте ГИБДД, пусть их штрафуют. То есть можно было и в моем случае так же сделать. Это было бы для меня наказание, но не такое, которое в итоге получилось.